Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня я хотел бы рассказать вам о довольно классическом DeFi проекте, в котором можно зарабатывать на фарминге ликвидности, но который при этом имеет довольно большой потенциал прибыли именно для ранних пользователей. Данный проект у нас называется Umbrian Network, и сегодня я расскажу вам о нем. Он работает на базе блокчейна Ethereum. Однако, если вы не очень хотите использовать данную сеть из-за ее крайне высоких комиссий, то здесь можете не переживать. Проект Umbrian Network только сейчас работает на обычной сети Ethereum. Ну а скоро команда добавит интеграцию с сетью Matic, решением второго уровня, которое существенно ускоряет транзакции Ethereum, ну а также дает возможность пользователям сильно экономить на газе. Как мы знаем, цена за газ сейчас действительно очень большая, и фармить на эфириуме с маленькой суммой не очень-то выгодно. Здесь же даже с небольшой суммой нам будет выгодно фармить. В данный момент проект Umbrian Network уже запущен в основной сети, но пока что только в ограниченном формате. Например, их основной протокол фарминга ликвидности будет запущен только на блоке эфириума под номером 12.120.3.0. В данном протоколе пользователи могут зарабатывать на обеспечение ликвидности для токена UMBR в паре с криптовалютой Ethereum на бирже Uniswap. Сам же токен UMBR уже успешно торгуется на Uniswap, ну и даже имеется в листинге агрегатора CoinMarketCap. Причем, несмотря на то, что в данный момент фарминг Umbrian Network еще у нас не запущен, цена токена UMBR уже активно растет, ну и на данный момент превышает 1 доллар. Сейчас цена примерно около 2 долларов. Ну а вызвано это как раз такой самой программой вознаграждения ранних пользователей, о которой я говорил в начале своего видео. Вообще дело в том, что команда Umbrian Network проведет серию аирдропов, в которых награду сможет получить каждый держатель токенов UMBR. Ну или даже токенов UMBR Ethereum LP. Например, первый аирдроп пройдет уже через 10 дней. Ну и в ходе него будет распределено 10 тысяч токенов UMBR между пользователями, да, которые имели на балансе токены от Umbrian Network 1 марта 2021 года. То есть мы с вами на этот аирдроп уже, к сожалению, не попадаем, но переживать не стоит. После первого аирдропа будет проведена еще другие аирдропы. Например, следующая раздача у нас состоится 15 мая, и в ней будет роздано еще 100 тысяч токенов UMBR всем тем, кто присоединится к Umbrian Network до 15 апреля. Именно в этот день будет сделан как раз таки снимок всех держателей токенов. И если у вас на балансе будет 100 токенов, да, UMBR, ну или минимум 2 токена UMBR Ethereum LP, то вы будете зачислены в число участников данного дропа, который пройдет 15 мая. То есть получается, все, что вам нужно сделать для получения этой награды, это купить токены на Uniswap до 15 апреля, получается, да, ну и хранить их на своем кошельке. И даже если после того, как вы их выведете из своего кошелька, то все равно получите свою награду 15 мая, да, то есть можно купить, подержать именно 15 апреля, а потом их уже можно и продать, и все равно награда нам придет. При этом награды также раздадут и тем, кто хранит на балансе LP токены, причем именно поставщикам ликвидности будет предоставлена большая часть токенов на дропе. Поэтому вы можете сразу купить UMBR и обеспечить им ликвидность на Uniswap. Ну и начать получать за это награды от комиссии. Ну а потом, когда будет запущен фарминг на блоке 12.120.3.0, отправить эти LP токены для получения дополнительных наград. Ну и при этом всем вы еще и получите вознаграждение за airdrop. Ну а также у вас есть еще одна возможность зарабатывать свои токены за выполнение различных заданий. У них идет программа Bounty, да, то есть вы можете зарабатывать на выполнении заданий, там Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, создание каких-то видео, создание статей и так далее. Выполняйте задания и получаете токены. Поэтому не упустите свой шанс заработать дополнительные токены UMBR.
И это еще не считая других всех способов заработка, которые в будущем также будут добавлены в протокол Umbria Network. Например, уже сейчас известно, что Umbria Network будет иметь собственную децентрализованную биржу, расширенную программу вознаграждения за хранение токенов, также систему P2P кредитования, ну и многое другое. Поэтому я думаю, что зайти в такой многообещающий проект на самом старте может быть именно очень выгодным решением. Ну что же, давайте подведем итоги. Я лично в проект попробую зайти, да, то есть пофармить их токены. Сейчас приобрету, да, во-первых, получу свой airdrop, ну а во-вторых, поучаствую в фарминге. Это никак не торговый совет, и не надо бежать покупать. Я просто рассказываю, что буду сам делать, ну а решать только вам, да, то есть для начала все же самостоятельно изучите проект. Все ссылки, связанные с проектом Umbria Network, вы найдете, как всегда, в описании под данным видео. Также не забывайте присоединиться к их соцсетям, Твиттеру и Телеграм, да, чтобы следить за обновлением проекта. Ну а на этом у меня все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!